Всем хоккеев в дом. Я благодарен вам за такую активность. Но также хочется вам напомнить, что у меня есть свой телеграм-канал, ссылка внизу в описании, где каждый день публикуются новости из мира НХЛ. А сейчас мы продолжаем нашу рубрику «С какой клюшкой играют хоккеисты?». В этом выпуске мы поговорим с вами об одном из лучших нападающих НХЛ. Этот игрок в прошлом году выиграл гонку снайперов и уже является альтернативным капитаном Торонто. И это, конечно же, Атан Мэтьюс. Ему всего 23 года, а уже так разрывает НХЛ, и вам, наверное, стало интересно, какой клюшкой он это делает. Давайте разбираться. Его габариты и вес под 100 килограммов позволяют ему отлично чувствовать себя на пятачке. Но самым сильным оружием нападающего является сумасшедший кистевой бросок. Вы можете убедиться в этом, посмотрев голы Мэтьюса в сезоне. Как видите, большинство голов Мэтьюс забивает убойным кистевым броском либо быстрым броском с опорной ноги, такой бросок называется снэпшот. Астон практически не использует щелчок в своей игре, даже находясь на средней или средне-дальней дистанции, он предпочитает бросать с кистей, а не щелкать. Поэтому с его физическими параметрами, под которые обычно подбирают клюшку пожестче, для того чтобы реализовать максимальную мощь, например, такой клюшкой играет Илья Ковальчук, который похож на Мэтьюс с точки зрения антропометрических данных. Однако, игрок Торонто предпочитает более гибкий вариант. Астон Мэтьюс использует в игре клюшку с жесткостью 82 флекс. Это довольно мягкая клюшка для него, но учитывая его стиль игры, такая гибкость в совокупности, что он использует клюшку среднего прогиба, мид-кик, позволяет наносить ему максимально точные кистевые броски. Как видно на фотографиях, Мэтьюс использует стандартный загиб пера, который часто именуют загиб сакика P92. Можно сказать, что это наиболее подходящее решение для центр-форвардов. На данный момент игрок использует клюшку CCM модели Jet Speed Fit 4 Pro. Эту модель также использует его одноклубник, Адам Брукс и другие игроки. Такие как Теравайнен, Кори Перри, Андре Бураковский, а также ее используют еще около 20 игроков. Но что в этом выпуске мы разобрали, с какой клюшкой играет Астон Мэтьюс. И если вам было интересно, то посмотрите также прошлые выпуски про Александра Овечкина, а также про Никиту Кучерова. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хоккей в кадре, до скорых встреч!